Значит, а что-то вот я анекдот хотел рассказать. Значит, ну, классическая ситуация, ворона из басни Крылова сидит на веточке с сыром санкционным, ну или неважно каким сыром. Значит, ну, ждет, когда лиса пробежит по сценарию. Лиса в это время незаметно подбирается к вороне, значит, ну, у нее там специальные альпинистские когти, она забирается на дерево, подкрадывается незаметно к вороне сзади и по затылку ей бейсбольной битой. Так хрясь, ну, естественно, сыр улетел, с ним была плутовка такова, ворона сидит такая, ни хрена себе, басню сократили. Это я к чему? Просто у меня эпиграф к следующей песенке. Очень известное стихотворение из нашей школьной программы. Наши, я имею в виду, вот, ну, я уже теперь могу сказать, нашего поколения. Вот, не знаю, сейчас есть ли это стихотворение в нынешней школьной программе. Написал его Владимир Владимирович... Ну, не этот. Владимир Владимирович Маяковский. Вот. Я его до безобразия сократил, но оно мне было нужно. Как в подводке к этой следующей песне, она тоже новая. У меня растут года. Так, нет, подождите. Чувствую, вот с той школьной программы есть люди, которые уже сразу говорят, действительно. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книжку переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок. Классик, поэт в нем рассказывал детям, мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете. Выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся. Ну и, конечно, примером был дед. Тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Летели, я с ними летал, и вспоминал я нередко бабулю. Чаще, когда прямо в металл мне молотили снаряды и пули. И в этот миг мне казалось предел, миг, когда тетка с косою цеплялась, к бабушке срочно вернуться хотел, чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Время, как пуля на вылет или улет, бабушка к деду давно улетела. Только мне кажется, каждый полет смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду дает: бей их, внучок, атакуй, я прикрою. Отвоевал я тебя
теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка с дедом вертят мне внучок. Колюш, летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо. Чтоб ты всегда возвращался обратно. Всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было влетал, но возвращался обратно.